Но он только свой пати хилит. Ну да, нормально, в принципе. Может так? В смысле, Бармалюга теперь в ДД спекается? Я думала, в трехе найдем. Да как, под Кирыш? Ну ладно. Там еще вот какой нюанс, да? Появляются вот эти мелкие роботики, да? И одного зовут, как там, бомбардир. Батомет. Батомет, да? То да. есть мы просто все бросаем, его убиваем и обратно в босса, да? Да, откуда я знаю? Я смотрю, думаю, ох, ломоботы бегут, а потом смотрю, один на меня бежит. Маленький, да? Да я поглажу. Они бегут. Я стою, короче. Короче, Рэнджу все равно держите. Ничего не знаю. Дополнительно хит, вообще не кайф. То чаще креветочка вздыхает. Я бью сердце. Когда мы вайпаемся, у меня тоже сердце выпадает. Четыре секунды, добивайся. Добили? Да, я вижу бомбота. Скоро будет. Ну, на нем написано разрыв сердца. Это значит ХМ. А искра жизни что, бегать от нее? О боже, прохильте. Искра жизни уешь, да? По всем. Да. Да, и видео оказалось гораздо проще, все. Раз вышел, все, изи-пизи. Gracias.
сначала первую машину у меня там кнелос сделал, короче, я. Ну, я, конечно, не знаю насчет там захил, не захил, но вот в конце мне прилетело 2 по 7 900, потом 5 300 и еще почти на 2 косаря. И это все за 2 секунды. Ну, блин. Я хз. Надо прям сливать искру. Может, у нас ДПС не хватает? Ну, или ХПС. Что-то мы пропускаем явно. Ну, я 2 искры точно не выхилю. А их же вроде кайтят, нет? Искры. Они прям по всем. А что-то вроде бы кайтили на видосике. А, бумбота, может быть. Что? Так, искра жизни. В радиусе 500 метров, надо их бить, нафиг. Гнидычу вообще прилетело 16 тысяч, потом 12 тысяч, потом еще 6 тысяч. И это все за 2,5 секунды. Что-то явно не так делаем. Ой, ну все, изи делаем. Бафаемся. Не, просто может я что-то пропускаю, может надо кого-то убить. Может я что-то не, этот, не понял, не услышал. Ах, наверное. Мы потом на экстрамас идем. Че, простого убиваем, что ли? Сец. А Геру тогда когда будем убивать? Бегает. Не-не-не-не-не-не-не, все. Туда. Не вообще. Вообще в ноль. Ничего. Кроме чай, вода. Ты каску кину. О. Ну не надо. Да. А мне показывают, что Бармалю говорили мне. Thank you.
А бомботов тут нету? Просто ему минус 21 тысячу, кажется. Да, бомбот его убил. Ой, это к тебе тоже бомбот бежит. Или кому-то другому. Хилит. Не уже выноси. В смысле, один хил был только Настя. Промалюга же сдох. Ну, только Настя одна, видимо, ну, одна не может её хилить, она танка, всё-таки хилит. Забавно, а хламобота его похилили на 200к, а ачивку мы все равно получили. Угу. Так так и написано, не позволив ему восстановить здоровье с помощью хламоботов. Мы вот гравитационные бомбы не умерли. Да, Лоран, и потом в Накс идем. Ресайтесь в городе. Умеете так? Ого. Ну да, это... Какому-то ДК зашло бы наверное. Рудак. А кожа крохи.